Как вы помните, мы открыли 200 кейсов совсем недавно. Это было жестко, дорого и богато. Но в итоге мы ничего не выбили. И сегодня мы решили собраться со стримерами, с ютуберами и отыграть ту сумму, которую потратили, и открыть 300 гребаных кейсов. Сейчас у вас на экране будет примерная сумма, сколько мы потратили. Но, понятное дело, эти открытия проспонсировали CS Money, за что им огромное спасибо. Если что, CS Money — это очень надежный и популярный маркетплейс, где ты можешь продавать скины и покупать, плюс еще их обменивать. Но, понятное дело, они больше известны по обмену. Они очень сильно известны, чувак. У нас уже вышло открытие на 200 кейсов, сейчас будет у нас еще 300. И самое главное, что это второе видео, но будет еще третье, финальное, где мы откроем уже не кейсы, а контейнеры. Ну а подробнее о контейнерах я расскажу позже. Но поверь, чувак, если ты поставишь лайк, это будет очень жестко. Чем больше будет лайков под этим роликом, тем больше у меня будет желание открыть. Ладно, буду говорить прямо. Я открою сувенирные контейнеры Cobblestone. Они мне дали выбор. Эрик, что ты будешь открывать? Был вариант открыть капсулы. Вот где IP Power 14 года. Но я что-то подумал, что не эффект. А если Драголор? 1 000 000 рублей, камон. В общем, я думаю, что все-таки контейнеры — это будет классная тема. Поэтому все зависит от вас. Можно сайте, и есть некоторые вещи, которые стоит озвучить, потому что это бывает очень часто. В общем, люди очень часто путают ссылку CS Money и пишут ее неправильно, в итоге попадают на скам. Поэтому, когда вы заходите на сайт, пожалуйста, следите за тем, куда вы заходите. Должно быть cs.money. Окей, как заходим на сайт, у нас так встречает такая вот картина приятная, и, наверное, тут уже 90% понимает, о чем я говорю, но недавно CS Money презентовали классную тему, я готов ее вам показать. Это скин-билдер. Что это такое? Вы нашли скин, который вам нравится, к примеру. Ох, какой же красивый МК-вой, какой красивый реально мужицкий скин. Вы просто его тыкаете, выбираете режим 3D, и вы попадаете на вот такую вот картину. Это выглядит мега интересно. Так вот, это не просто такая штука, где вы можете смотреть на оружие вблизи, но еще и настраивать, как вы хотите. Выбираем стикеры, и мы можем выбрать любой стикер, который мы хотим. К примеру, холо, цвет красный. Тут даже по цвету можно делать. И просто выбираем и смотрим, как бы это выглядело бы на этом месте. Вот и вот здесь вот так вот. Ну и вот здесь вот так вот. Короче, я вам показал, как не надо делать наклейки на оружки. Короче, если вы владелец скинов, то вам будет очень удобно посмотреть, как это будет выглядеть на вашем скине, если вы будете это делать. В общем, это классно. Кто еще такие функции делает на своих проектах? Ну кто? Окей, полетели кейсом. А там нас ждет 4 стримера. Ребят, всем здорово. Сейчас мы с Мегарашем. Мегараш, скажи всем в твою коронную фразу. Всем привет, с вами я, Мегараш. Реально, оригинально. Шарф, рассказывай свою коронную фразу. В общем, и Дилайт, расскажи, как у тебя дела, и свою коронную фразу. Привет, бро. Вау, кран. В общем, мы сегодня открываем 300 кейсов. Спасибо CS Money за предоставление таких вот услуг. Без CS Money этого бы не получилось. Поэтому, почему бы... Сейчас скажешь, что у тебя ссылка на CS Money в описании. Ссылка есть в описании, и прямо сейчас на экране появляется баннер. Хоп. Все, полетели. Сейчас мы летим открывать. Ну что ж, наша цель. Мы еще не выбивали в этой рубрике ножик, поэтому, понятное дело, сегодня у нас будет идея только добиться этого ножика. Кейсов 300, но я открываю быстро, поэтому все будет хорошо. Если 300 кейсов, то тогда второй нож мой, по рукам. Короче, давайте договоримся. У вас дается шанс на 3 попытки. То есть, если вы говорите, вот сейчас будет ножик, и ножик падает, то все, вы его забираете. Ой, нет, так не интересно. Не, так... Импа, не, нормально, дядь. Да не, неплохая идея. Нормально. Хорошая идея, да. Мне тоже нравится. Чувак, что-то выпадает вообще, это самая некрасивая вещь, мне кажется. Нужно делать с этим что-то. Думаешь? Да. Не, надо на шамане чё-то. Стой! Ой-ой-ой. У тебя пианино там упало. Вот мусорку перевернул. У тебя давно кот появился, давай. Кот. В общем, давайте сыграем зашкварные истории. Мегараш, расскажи свой зашкварный стори. Ты потому что весь выпуск можешь рассказывать. Давай, чувак. Ща, надо подумать, реально, надо подумать. Лёх, поддержи. Давай, Алик! Сможешь рассказать историю. Эрик, давай ты начнешь, а мы подхватим. Ты придумал, ты и начинай. Мне потому что надо раздумать. Я целый день не спал. Энергетик пил за вашу честь. Нельзя пить энергетика, когда ты так в таком состоянии. Кто сказал? А, это ты сказал? Ладно, а почему? Это он оскорбил сейчас? Ну, я не знаю, что сейчас было. Какой ты хоть пьешь энергетик? Я пью Бёрн. Бёрн? Это самый дешевый, не? Кстати, невкусный. 145 стоит. 145? Это самый дорогой. Я позавчера выпил за 120, я подумал, я мажор какой-то. Ты за 140.
140 пьешь. Я выпил адреналин. Адреналин? Да, красный. Вы на эпицентр-то едете? Слушайте, а надо загонять. Он 21 декабря. Я навряд ли. Он заканчивается 22-го. А чё тогда лает? Не хочу. Чё такой грустный, брат? Смотрю, что ничего не падает. Сейчас выпадет ножик, проверяйте. Нет, сейчас не выпадет нож. Вот ща выпадет, смотри, это нож! Опа, М-ка пролетела, АВП пролетела и прямо сейчас падает на магните. Давайте все помахаем в камеру прямо сейчас. Давай. Какая-то ЧСВшная какашечка это не сделала. Я сделал. Шар. Блин, Ерик заебал, мог бы и помахать. Не-не, я помахал. Я предлагаю открыть вот столько вот так вот кейсы. Давай, Мираж, комментируй по-братски. Давай, комментируй. Эрик открывает первый кейс, Эрик открывает... Как же он комментирует, о господи. Эрик открывает четвертый, пятый. Как же он это делает? Давай посмотрим, что выпадет. Я уверен, нож. Все, нож. Готовы? Давайте, отгадывайте, что выпало. Нихуя. Был нож. Даже розовый даже не выпал. Упал. Упал М-ка, упал Авик, которого нет, и плюс ножик. Ладно. Ну как обычно. Как обычно, да? А хоть одна есть красивая пушка? Вообще ничего. Чего? Ну да, вон наука какой-то. Это кейс такой непонятный, на самом деле. Да не, ножик здесь понятно очень. Мы уже снимаем 17 минут, и в итоге только синяя. Даже красным ни одного не выпало, это трэш. Даже если упадет, тут нет ничего интересного. Не, может быть статрек, императрица, эмка еще более-менее. Прямо с завода. Я знаете, как ролик назову? Три успешных стримера открывают кейсы. 300 штук. Сколько успешных стримеров? Сколько? Бля, он Алика опять не посчитал. С чего ты взял, что Алик? Он меня не посчитал. С чего ты взял, что ты? Ребята, я себя... Там перчик. Не, перчик. Оу! Нет! Что? Что? Что за тупость? Это позор полнейший. Это как вообще? Сейчас нож упадет, да, еще такой сразу. Бам. Знаете, вот чего нужно добавить? CSGO, своровать из такой игры. Дота. Да. Шанс. Там, короче, есть, да, там, допустим, вот ты открываешь кейс. Во-первых, ты сам ты можешь там нажать на такую, как бы, стрелочку вверх, она показывает. Ты можешь посмотреть, какой шанс будет, то, что вещь упадет. Типа, шанс 1, там, 15, понял? Вот такой шанс. И самое, в чем прикол, допустим, 10 сетов. Ты покупаешь 10 сундуков, ты все 10 сетов выбьешь. Они будут по одному исчезать, и ты, типа, повторно не выбьешь. Когда ты все выбил, именно обычные сета, то у тебя уже сундук обновляется, и ты можешь заново убивать уже повторки. Это прикольно. Ну, он говорит, типа, про счет, насчет кейсов. Это аномалия, статрек. Не. Обычно. Это единственный авик или второй авик? Это первый авик, второй. О, это... Да вы рофлите! Чё за говнищ? Это как возможно? Это полное дерьмо. Охуели там нахуй, я тебе отвечаю, это чё такое, блядь? Я буду добиваться справедливости. Ладно, сейчас я буду радоваться ножику почему-то, я прям чувствую. Смотрю в камеру, прям сейчас и падает ножик. Ага, сейчас тебе дигл или петух. Пиздец. Это еще есть. Подожди. Красный. А, наконец-то. А, боже, я уже думал, он не долетит. Это прямо с завода? Field tested. 700 рублей, если что. О, прямо зона, мне кажется. Давайте обсудим этот вопрос. Так, парни, какого, блядь, он качества? Мне кажется, он был все-таки... Опа! Это уже не прямо завод. Ребята, мы ближимся к победе. Прямо сейчас падает желтая наваха. Все, готовы? Почему? Я открываю... В синеве? По 90? Ой. Прямо завода! Прямо завода, ребята! Прямо завода 0.1.12. Немного поношенный. Или это. Нет, все, все мимо, все мимо. Файл. Да, после. Минилвер. А, нет. И сколько на сайт? Короче, $21, 1000 рублей. Забью я, слушай. А ты будешь контракты потом из всего делать? Да, до красного 100%. Ребят, вы видите, что сейчас творится? Мы просто в ряд открываем и нет ничего. Чел, мне кажется, у тебя за стрим, да, два ножа выпало? Я за 125 кейсов два ножа выбил на стриме. И сейчас, смотрите. Опа, пошел процесс. Закончился процесс. Пошел. Ушел, пришел. Бэч! Это же прямо завода! Это прямо завода!
Это же... Это просто... 007! Это fucking прямо завода, ребята. Серьезно? Сколько это стоит? Это немного поношенный чувак, тебе почти прямо... $221. Это самое лучшее, что могло упасть. Ладно, нет. А здесь прямо завода было бы? Ну, хоть что-то, мужик. $800, чу. Чувак, ты понимаешь, насколько... Да, мне не повезло. Ну, за 200 кейсов одна эмка, ну, такое. Фак, чувак. Я... То есть $800 она прямо завода стоит? Да. Подожди, наведи этот флот, посмотри. 007. Насколько тебе не повезло? 007. А тебе на 7/10 не повезло. Ребят, мы летим сейчас открывать другой кейс CS20, потому что этот кейс меня, нас уже раздражает. Чувак, как тебе МК новый? Ой, МК, говорю, авик новый. Он вообще офигенный же. Да. Он в цене не упал, да, еще? Нет, сильно не упал. 5-6 тысяч держится, если он немного поношенный. Здесь, кстати, Эрика очень сильно любит петух. Поэтому ожидайте очень много. Да, и в том кейсе тоже. Совпадение такое. Мне не нравится это совпадение. Я почему-то думаю, что что-то жесткое будет где-то из этого кейса. Ты думаешь так, чувак? Да, чувак, я реально. Ты лютый чел. Ну ему два ножа уже упало, сейчас еще упадет. Да не, нихуя не упадет, чувак. Кстати, вы в курсе? Valve делали анонс о том, что здесь шансы увеличили на нож. Че? Серьезно? Я серьезно сейчас говорю. Мне кто-то говорил, я уже не помню. А откуда он узнал? В этом паблике, кстати. Спроси того, кто узнал, как он узнал. От того, кто сказал. В паблике написали. В психушке Хусрав написал? Если это так, то это источник нормальный. Может быть. Ты шутишь? В Reddit где-то было? Я не помню, чувак. Это было давно. Молчаливое открытие, потому что сейчас я готов закричать. Прямо сейчас. 1, 2, 3. И... Да. Ребят, последнее открытие. 10 это штук. Последние 10 штук, да. Я вам серьезно. Нож, да? Открой 3 раза фастом. Сейчас нож будет. Авик будет. Ладно, мы че. Открой 2 раза фастом. 2. Раз, 2. Умный парень, да? Ну, так, ну давай же, да. Давай же. Так. Жалуй. Все, сейчас пошел. Нож. Вот сейчас. Да пусть сейчас нож. Вот сейчас будет авик, ножик. Авик. Вот сейчас, так, авик. Вот сейчас. Авик, ну. Вот сейчас, последний, ну, пошел. Ну пиздец. Да ее просто. Чувак, попробуй скрафти авик реально. Подожди, сейчас, пока еще. Давай. Я могу еще $100 потратить. Готово? Вот знаете, самое. Подожди, Олег, извини, перебью, пожалуйста. Самое прикольное, что, знаете, что он сказал? Все, говорит, это последний 10 кейсов. Денег нет, говорит, это последнее. И потом и только, в этот момент закупка открывает. Происходит, смотри, появляется кейс. Потом Астек, понял? Астек ему падает, он такой, ладно, еще $100 есть. Баксов. Да забей, ты видишь это? Я вижу. Это хлам. Это тель. Сейчас нож. Ладно, все, полетели. Делаем? Да. Давай. Честно говоря, Эрик, я бы не сдавался, я еще бы 200 кейсов купил. Да не. 200 маловато будет, надо 300. Только уже согласен. Мог. Согласен с Шарфом. А почему не по 90 за меня? Да что было? Авик. Боже. Не надо это говорить, пожалуйста. В общем, мы подкрывали эти кейсы. В итоге мы потратили около $600 и заработали около 300. Все ужасно. Если бы не эта эмка, я не знаю, как я дальше бы мог бы вообще жить. Она зарешала. Она только... Это единственное, что упало. Да. В итоге, я не заканчиваю на этом, я не сдаюсь, и я буду идти дальше. Поэтому, чуваки, как можно больше поставьте здесь лайков, и я открою сувенирные кобблстоуны. Я выбью какие-то контейнеры. Их очень сложно найти сейчас, но я постараюсь. Поэтому надеюсь, CS:Money мне в этом плане поддержит. Все будет решаться от ваших лайков. Если их будет реально много, то все будет хорошо и все будет удачно. Все, чуваки, спасибо за просмотр. Пока. Я не знаю, что это вообще такое.